Представители власти, общественных организаций, эксперты и активисты из сферы местного самоуправления съехались в Ульяновскую область на межрегиональный форум местного и общественного самоуправления на местах .рф, чтобы поделиться идеями и, конечно, перенять опыт. Ульяновские ТОСы славятся реализацией масштабных проектов, такими, например, как зона отдыха на берегу Свияги, которая появилась благодаря активистам мостовой слободы. Представляете, какая была здесь свалка, и что сейчас сделал здесь именно ТОС? При том, что средства небольшие, 2 миллиона 250 тысяч рублей, которые потрачены на такую территорию, больше 4 тысяч метров квадратных. Сейчас на месте старой свалки обустроили зону отдыха у воды с песчаной насыпью, комфортными лежаками, беседками, качелями. Чтобы увидеть все своими глазами, российские активисты посетили мостовую. Встреча активистов из Приволжского и Уральского федеральных округов, а также из Брянской области и Краснодарского края состоялась в региональном центре науки, техники и культуры УЛГТУ. Здесь как раз мы увидим выявление лучших практик, обмен опытом, да, возможность увидеть, как люди на местах решают даже без денег, да, вопрос, как они вместе консолидируются, как они вместе создают новые идеи, новые планы и, в общем-то, на пустом месте создают действительно зону отдыха, как у вас вот есть пляж. Особое внимание на форуме уделили работе молодежи в территориальных общественных самоуправлениях. Идеи у молодых активистов всегда интересные, поэтому приветствуются. В рамках инициативного бюджетирования, пожалуйста, значит, мы готовы поддержать. Сегодня посмотрите федеральные программы, сельский туризм. Вот любое направление возьмите, есть место для инициативы, творческой инициативы, ТОСовского движения нашей молодежи. Также на мероприятии работала выставка достижений ТОСовцев. Одежду, мягкие игрушки, выпечку, декор и многие другие народные достижения высоко оценили член Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Виктор Кидяев и губернатор Алексей Русских. На пленарном заседании глава региона отметил, что ульяновские активисты всегда рады поделиться своим богатым опытом работы. Действует региональная ассоциация ТОС. Реализуются многочисленные проекты по благоустройству территорий и развитию общественных пространств. Благодаря субсидиям из областного бюджета наша ассоциация ТОС занимается подготовкой методических пособий, проводит разнообразные мероприятия по вопросам деятельности ТОС. Напомним, что в первом полугодии 2024 года в конкурсах выиграли 30 проектов ТОС Ульяновской области. Общая сумма привлеченных средств с учетом софинансирования составила более 35 миллионов рублей. Юлия Адамова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.